А ничего, что я указал недостоверные сведения, когда брал кредит. Это же ведь их косяк, что они не проверили. Часто слышим от своих клиентов: косяк может и их, но сведения предоставили вы. Давайте разберемся. Предоставить недостоверные сведения и указать доход больше, чем есть на самом деле – это одно. Такой грешок есть у каждого второго заемщика. Да чего тут таить, сотрудники банка сами не прочь поставить вам цифру побольше, чтобы кредит точно оформили. А вот предоставить поддельную справку 2 НДФЛ или трудовую книжку – это уже уголовка и не списание долгов. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео и повысить свою финансовую грамотность. We'll be right back.